Стойте! Патрик Стар очнулся, и крабсбургеры начинают исчезать! Взгляните на эту морскую звезду! Он приближается к Макдалке, и противник чувствует это! Никогда еще мы не видели такого поедательного азарта! Количество поглощенных крабсбургеров поражает! Сейчас да! Да! Патрик Стар поравнялся с Освальдом Макналти, и они идут к финишу ноздря в ноздрю. Оба едока едва могут есть, но они не сдаются. Правда, уже медленнее. Похоже, что оба участника достигли крабсбургерового предела. И оба остановились! Осталось несколько секунд, и, судя по всему, участники не способны съесть больше ни одного крабсбургера! О, что это? И Макналти